Смирно. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть пока, сущего во веки Бога была. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть пока, сущего во веки Бога была. Христос воскрес из мертвых, смертью смерть пока, сущего во веки Бога была. Святый Бог, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй меня. Слава Отцу и Сыну, Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи. Очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святые просветители, немощи наши. Именем Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да будет царство Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. И прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим, и веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Постав после сна, мы преподаем Твоим стопам благо, и ангельскую песню оглашаем Тебе к жизни. Свят, свят, свят Ты, Бог. По молитвам Богородицы помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. В постели от сна Ты поднял меня, Господь. Ум мой просвети сердце, открой уста мои, чтобы воспевать Тебя, Святая Троица, свят, свят, свят и Бог. Молитвы Богородицы, помилуй нас. И ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Внезапно пойдет судья, деяние каждого обнаружится. Со страхом воскликнет Бог, свят, свят, свят ты Боже. Молитвы Богородицы, помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне всегда и во веки веков. Аминь. Встав после сна, благодарю Тебя, Святая Троица, что по великой Твоей милости и долготерпению Ты, Боже, прогневался на меня, милая грешка, и не прекратил жизнь моей среди беззаконий моих, но оказал мне обычное то, что мне полюбил возник мне лежащего без сознания, чтобы принести Тебе утреннюю молитву. И ныне просвети мои очи, мысли открой. И ныне просвети мои мысли, чтобы мне получаться Слову Твоему, разуметь заповеди Твои, исполнять волю Твою. И открою уста мои, чтобы прославлять Твое благодарное сердце, воспевать святейшее имя Твое. Отца и Сына и Святого Духа, ныне всегда, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и приходим ко Христу Царю нашему Богу. Придите, поклонимся и припадем к самому Христу Царю и Богу нашему. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай владеющему мною никакому беззаконию. И избавь меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят законы Твоего.
праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои, откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мало и презрен, но повеления Твоих не забываю. Правда Твоя, правда вечная, и закон Твой истина. Скорбь и горе спасти меня, заповеди Твои, утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи. И сохрани уставы Твои, призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи. По суду Твоему оживи меня, приблизились замышляющие лукавства, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, и все заповеди Твои истинны. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое, избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения и войны уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои, по милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истина и вечен всякий суд правды Твоей. Низья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Семикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик миру любящий закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, я люблю их крепко. Храню повеления Твои, откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобой, да приблизится вопль мой при лице Твое, Господи. По слову Твоему вразуми меня, да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня наставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои правильны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеление Твое избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твое утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповеди Твоих не забыл. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго пред Тобой. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергайся суждению, открыть мои недостойные уста, и освободить святое имя Твое Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Во страх от сна я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, припадаю к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жалостно надо мною добровольно раскаявшись. Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня стоящего пред Тобой на молитве, и после сна ночного пошли мне ясный и безгреховный день Христи Бог.
и спаси меня. Владыка человеколюбчивый, встал после сна, я спешу к тебе, по милосердию твоему принимаю за угодные тебе дела. И молюсь тебе, помоги мне во всякое время, во всяком деле, и банк во всяких воспитываю делать дьявольского действия. И спаси меня, Иисус, в царстве твое вечное, ибо ты мой Творец, и всякого блага источник и подарок. И на тебя вся моя надежда, и тебя прославляю, теперь, всегда и веки вечные. Аминь. Господи, сохранивший по обильной своей благости и великому своему милосердию, раба твоего в прошедшее время этой дочки, отразивший всякое нападение дьявола, и сам владыка всего мира, удостоенный пресвятой твоей истины, с просвещенным сердцем исполнять волю твою, ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, вседержитель боли, силы бесплодных, всякой плоти, на высотах небесных живущие, озирающие долы земные, наблюдающие сердца и помыслы, и ясно ведающие тайны человеческие, безначальный вечный свет, который не имеет изменений в силе, не оставляет примененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный царь, прими моление наше, которое мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания твоего, приносим из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом, мыслью, сознательно или несознательно, очисти нас от всякой нечистоты, плоти и духа. И дай нам с бодрствующим сердцем и трезвенной мыслью прожить всю ночь здешней жизни, в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Когда общий судья придется славой, будет каждому по делам его. Да найдет он нас нележащими и сонными, но бодрствующими. И поднявшимися среди исполнения заповедей. И готовыми войти с ним в радости божественный чертов славы его. И непрестанные голоса торжествующих, и невыразимая радость видящих, не сказал им красоту душатого. Ибо ты истинный свет, просвещающий весь мир. И тебя воспевают все творения, дети вечные. Аминь. Тебя благословим Всевышний Бог и Господь, милости творящего с нами всегда великие, непостижимые, славные, живые ужасные дела, которым нечи слава, подавшего вам сон для облегчения немощи нашей, для отдыха от удов на удрученной плоти. Благодарим тебя за то, что не погубил нас в беззаконных не наших, но проявил, как обычно, человеколюбие и воздвиг нас лежащих им чувствия, чтобы славословие держало твое. Поэтому молим безмерную твою благость, просвети наши мысли, очи и ум наш от тяжкого сна ленности восстань. Открой наши уста, исполни хвалы тебе, чтобы мы могли непоколебимо петь и исповедовать тебя во всем и от всех прославленного Бога, изначального Отца, с ненародным твоим Сыном, и все святым, и благим, и жителящим Твоим Духом, ныне всегда и во веки веков. Аминь. Воспевая благодать Твоего учиться, молю Тебя уму и вспомни благодать, наставь меня идти прямо путем престола и заповеди. Бодрствовать в пении, крепи, отгоняя сон и мнение, связанного сетями грехопадений, мольбами Твоими разрешили в невесту. Ночью и днем сохраняй меня и избавляй противоборствующих мне врагов. Жизнодателя Бога родича, оживи меня, душ мой остывший посвяти. О, дивный чертог водит. Храмом Духа Святого содел меня, врача родившая, врачу и души мои многолетние страсти. Волнуй его житейскими бурями на пути покаяния направь. Избавь меня от огня вечного, чрева, слова и табора, чтобы мне повинному во многих грехах не оказаться на раю. Новым соделал меня, обветшавшего нечистым совершенно непорочным, непричастным всех мутили меня, и владыку всех умоли, достигнет на небесного веселья со всеми святыми исполнили. Пресвятая Дева, услышь голос непотребного раба твоего, дай мне струи слез пречистые, души мои скверны очищающие. Стенание сердца приношу тебе непрестанно, усердствуй, Владычица, моля мне услуги мои прими,
и Богу благоугодно принеси, превышая все ангелы, превышися много состава содела меня. Светоносный покров небесный, возожги духовную благодать во мне, воздеваю руки и уст для похвалы, оскверненные скверностью непорочные, растлевающую душу злые дела зла, Христа усердно умоляя, которому честь и поклонение подобает ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый, всемилостивый Бог мой, Господь Иисус Христос, по своей многой любви сошел на землю, воплотился, чтобы спасти всех, и снова спасите. Спаси меня благодатью Твоей, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью даром, но волею дела. Ей многим щедротов и неизреченную милость, ибо Ты сказал, что верующий в меня жизнь будет, и не увидит смерти во веки, и так, если вера Тебя спасает, отчаявшихся, то верует. Спаси меня, ибо Ты Бог мой Создатель, вера же вместо дел да умилится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дело оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего на ответе земли, она оправдает меня. Да я и причастником славы Твоей. Да не похитит меня сатана и не похвалится слово, что оттого. Но не хочу, спаси меня, и не хочу, Христос мой Спаситель. Поспеши скорее, скорее, погиб я, Бог, Бог мой, чрево Матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбила когда-то свой тайный грех. И чтобы снова потрудиться, для Тебя не сделали, как усердно, как потрудился прежде сатане прещающим. А особенно же потружусь для Тебя, Господи, Бога моего, Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Аминь. Святой ангел, поставленный, хранит мою бедную душу, несчастную жизнь, не оставь меня грешного, и не отступи от меня за него, и держай меня, не дай возможности злому демону починить на себе преобладание этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся руку мою, и выведи меня на путь спасения. Святой ангел Божий, родитель и покровитель бедной моей души и дела, прости мне все, чем я оставил тебя во все дни моей жизни. Если я чем согрешил, прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. И сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогнать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своей, собирал меня рабом, достойным Твоей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми, всесильными молитвами, отгони от меня смиренного несчастного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение. Удали все скверные, лукавые, хумные помыслы из окаянного моего сердца и повращенного ума моего, как из тепла и моих страстей, ибо я Бог и несчастье, избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов. И освободи меня от всяких забияний, ибо Тебя благословляют все роды, Пречистое имя Твое славится, а веки вечные. Аминь. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас и достойных рабов Твоих, усердности и умоления. И прости нам все согрешения наши, помяни всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас. И не вожда им по желанности, по великой Твоей милости, обрати неверных, правоверных благочестию, верных, чтобы уклонялись от зла и творили добро. Нас же всех, и церковь Твою, святую, всесильную Твою крепостью, от всякого злого постоянно милости во имя. Отечество наше от лютых безбожников, от власти их освободи. Верных же рабов Твоих, скорби и печали, день и ночь, как и ищут Тебе, много болезней, вопли слышу, много милости, ой, Боже наш, излюби излечение жизни, подай мир, тишину, любовь, утверждение, и скоро примирение людям Твоим, которых Ты чистую Твою кровь искупил, но и отступившим от Тебя и Тебя не ищущим, будь явным, чтобы ни один из них не погиб, но чтобы им всем спастись, и в разум истины прийти, чтобы все в согласном единомыслии непрестанной любви
прославляем честное имя Твое, и предыдущие незлобные Господи, родители и попадания. Слава Бога, мы, Святой Богом, Боже, Сергий, мы все руки побегаем, скоро вам поможет, молитвы, все мои, Богородицы, милые дамы, благода, Мария, Господь с тобой. Благословен ты между женами, благословен плод чрева твоего, бо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, любви твои, благослови достояние твое, дары победы нам песен, православным христианам и Христом твоим, сохраняй твой народ. Помни, Господи, Иисусе Христе, Боже наш, от века бывший твоей милости, проявленной тобой сострадание, по которым ты очеловечился, изволил претерпеть распятие, и смерть ради спасения истину верующих тебя. И воскрес из мертвых, вознесся на небеса и сидишь по правую сторону Бога Отца, с любовью склонившись к смиренным молитвам, призывающих тебя всем сердцем. Склони ухо твое и услышь смиренную молитву мою недостойного раба твоего, приносящего тебе ее как благоуханную духовную жертву за всех твоих людей. Прежде всего вспомни твою святую соборную апостольскую церковь, которую ты искупил свою драгоценную кровью. Утверди ее, укрепи, расшири, величие, миротвори, непобедимую для сатаны на веки сатаны. Утиши церковное разногласие, гаси языческие гонения, вдохновение ереси, выскажи, скрой, искорени. И силой Святого Твоего Духа уничтожу, братья, говорю в российской стране мира, благочестия, вложив сердца правителям мирные добрые намерения для Святой Твоей Церкви и для народа Твоего, чтобы мы среди их забот жили тихо и спокойно в жизни. В истинном мире во всяком благочестии и чистоте. Спаси, Господи, помилуй страну нашу Россию, православных людей в России, и в Отечестве находящихся, обрати страну этой власти, спаси, Господи, помилуй святейших восточных патриархов, православных, митрополитов, архиепископов и епископов православных, братьев наших священников, священных монахов, и весь церковный клич, который поставил прости словесно твою стали. По их молитвам спаси помилуй меня грешного, спаси, Господи, помилуй моего духовного отца, и за святые его молитвы прости мои согрешения, спаси, Господи, помилуй всех верующих меня. Приведи к покаянию неверующих, родителей наших, братьев, сестер, родных и всех близких нам людей, поплоди из рода нашего и друзей, даруй всем верующим, то есть ему и небесным благами, а неверующим все то, что приведет их к покаянию. Спаси, Господи, помилуй старых, юных, сирот, вдов, находящихся в болезнях, печалях, бедах, скорбях, напастях, темницах, заточениях. Особенно же рабов твоих преследуемых для тебя и веры православной, не знающим тебя безбожных, перетекания, отступниками, всех их вспомни, посети, укрепи, утешь, и даруй им силы твои скоро облегчение, освободление, избавление. Спаси, Господи, посланных послужных, путешествующих отцов и братьев наших, и всех православных христиан. Спаси, Господи, помилуй ненавидящих и обижающих и нападающих на меня, и не полюби их из-за меня грешного, а отступивших от православной веры, ослепленных погибельными ересями, просвети светом богопознания, присоедини Твоей Святой Соборной и Апостольской Церкви. Вспомни, Господи, переселившийся из этой жизни, благочестивых царей и цариц, святейших патриархов, преосвященных, митрополитов, архиепископов и епископов, а также послуживших тебе в священническом и монашеском чине. И упокоив со святыми твоими вечных твоих сидений, вспомни, Господи, души скончавшихся рабов твоих, родителей, всех рабов покоя, прости все согрешения, если возможно, вольные и невольные, даруй им царство и участие в спасении вечным благами твоим. Бесконечной блаженной жизни. Вспомни, Господи, всех скончавшихся с надеждой в воскресенье жизни вечной, а отцов, братьев и сестер наших, и всех православных христиан. И вселиться святыми твоими, своими туда, где сияет свет лица твоего, а нас помилуй, как благой человек, любимый. Аминь.
Даруй, Господи, прощение грехов всем, перед умершим, с верой надежды, воскресенья, жизнь вечная, сам брат, сестры наши, сотворим вечную память. Боже, милости, будь ко мне грешному, сотворивший меня, Господи, помилуй меня, из числа я совершила, Господи, помилуй и прости меня вечно. Святись, святись, Новый Иерусалим, слава Богу, Господи, на тебе Василия. Ликуй ныне и веселись сегодня, ты же чистая, красуйся, Богородица, а в самое Рождество Бога. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Милый Пресный Владыка, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови, Господи, Иисусе Христе, Сын Божий, молю правду, прочисти твою мать, силу честного и жаборящего Христа, святого ангела моего хранителя, и всех ради святых, помилуй и спаси меня грешного, так как ты благ и человека любит. Да, Тихон, доброе утро, наставление, поклоны. Мы делаем небольшие пояснения. Это речь идет о молитве. Молитва – это не просто слова, а связь с Богом. И вот в этом весь вопрос. Бог всех слышит, а Слово Божие говорит, «Вы возвышаете голос свой, я не слышу вас, – говорит Господь. Дела ваши препятствуют, чтобы я вас слышал». В церкви много священников, может быть, патриарх, и никто не молится. Это уже и в притчах показано. Одна девочка только молится, что отец запился, и больше никого нету. Так а людей-то много было. Людей много, как Иродиев говорит, но молилось полтора человека. Ты, царь, говорит, молился только до половины. А потом думал, как строители материалы на Воробьевы горы завести. Иродиев сказал Ивану Грозному, надо понимать, о чем молишься. Написано, не искушай Господа Бога твоего. То есть мы искушаем. Просим и не знаем, чего просим. Как Бог услышит молитву, если ты, говорит, сам ее не слышишь? Мы разобрали такие места о молитве. Молитве помогает пост. О милостыне. Это еще впереди предстоит. Сейчас говорим о том, чтобы сами понимали, о чем мы молимся. Я беру эти материалы из нашей книги «К истинному православию» и говорим сейчас о Библии. Чтобы молиться согласно Слову Божию. Главное препятствие в молитве – это когда на тебя кто-то имеет, или ты на кого-то и не простил. И поэтому молитва «Прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим» – это приговор. То есть я не прощаю, и вывод такой – ты мне не прощай. Сконцентрировав все соблазны, искушения мира в три вопроса, предложение ко Христу, дьявол во всем, по всем направлениям был разбит ответом Иисуса Христа на основании Священного Писания. Христос говорит, так написано. Так написано. Вот сегодня сколько священников в интернете выступает, практически не услышите это. Говорят много, недоказуемо, иногда вопреки Писанию, вопреки канонов. И очень часто. И когда указываешь на это, ясно дело, что они недовольны. Ну, редко-редко, который понимает, что он не прав. Так написано. Евангелие от Матфея, 4 глава, с 1 по 10 стих. Дьявол знает, какие вопросы задать. И Христос мог бы и кажется, новое для нас было бы. А он просто берет места Писания и отвечает Писанием. Так написано. Господи, ну ты сам своими словами-то можешь сказать? Он многое скажет. Но здесь отвечает вопрос и ответ. Так написано. Но сатана и без нас знает, что написано. Да, знает. Но этот ответ должен прозвучать именно ему, именно сейчас, именно на его вопрос. А дальше, а дьявол молчит. И нигде не написано, почему он молчит.
Он сегодня ответишь из Священного Писания, человек тебе что-то в ответ еще скажет, и начинается спор. Потому что люди перестали слышать Бога, очерствели, веры нету. А дьявол знает, он был на небе. Я мысленно представляю такое, показывает фильм, когда, как Моисей называется фильм, и Бог дает закон, и как бы лазерный луч какой-то охватывает скалу и бьет в гранит. И он оплавляется и течет вниз, и остается след, буквы какие будут. Бог плиту ему дает. Вот что-то подобное есть в словах Божиих, которые мы не слышим, а он слышит, дьявол. Она его прожигает насквозь, и он понимает, поражение полное. Вот так нужно вести все беседы и вопросы. Вот на нашем сайте, православный библейский сайт, во свете Библии, я даю ответ, зафиксированный который, отвечен, 4124, а их-то было, может, больше 10 тысяч, не записанные. Это я отвечал перед студентами, преподавателями. Тут были и с администрации, с ФСБ, это в 5 университетах, по радио. И ответ везде один. Полное молчание. Вообще нету ответов. Я имею опыт 54 года, свидетельствуя, неся Слово Божие. И спрашивают, а как лучше? Ну, просто своими словами изъяснить это или считать Писание. Вопросы же ставить не надо. То есть ты вопрос ставишь так. Что лучше, чтобы я отвечал или Господь за меня ответил? Себя показать, да, грамота. Учиться в семинарии академии. И я отвечаю, семинария академии сегодня нужны только для того, чтобы научить людей оправдывать любое беззаконие, любое безумие, любое отступление. Оправдывать. Но оправдать нельзя, поэтому придумывают новые слова. Вот сектанты, что? Конфессия. А ты какой конфессии? Деноминация. Нет этих слов. Это сатана придумал и прикрыл этими двумя словами слово «ересь», «еретики». Они никогда не говорят ей об ереси. Просто проповедуют Христа, мы собрались тут вот двое-трое, там Христос, где бы ни были. Любая девчонка, любая кухарка управляет государством, а ничего и нету. Согласно Слову Божие, молитва должна быть по Слову Божию. И Господь отвечает дьяволу, и он в ответ ничего не говорит. Вот и ответ. Поэтому Библию нужно знать. Не просто знать, а в нужный момент, на любое возражение, знать, с какого места взять стих Писания. Бывает иногда так, что приходится отвечать. Несколько мест Писания брать. А бывает оно одно единственное место в Библии. И вот поэтому исследуйте Писание. Ибо через него вы думаете, через них, через Писание, думаете иметь жизнь вечную, а они, Писание, свидетельствуют о мне. То есть, какой бы стих ни взял, он обязательно подходит к Богу и ко Христу. Вот читаем далее. «И такова сила слов Библии, что князь тьмы, имеющий державу смерти, дьявол, красный змей, не смел возразить». Прочтите Псалом 118, вот у нас он считался сегодня. Под словами «закон», «заповеди», «уставы», «повеления» и другие. Нужно понимать слова «Библия». Это слово незримо повторяется только в одном этом псалме, 118-м, в 176 стихах, 185 раз. И это заповедано читать его каждый день. Такова любовь у великого грешника, любящего Бога своего, Спасителя своего. Слова Библии – это, конечно, инстанция, авторитет Творца, авторитет откровения нашего пастыря и зиждителя, то есть сохранителя. Слово Христа вечно и неизменно, и оно будет судить каждого человека на страшном суде после всеобщего воскресения из мертвых. Слово, которое я говорил – оно будет судить его в последний день. Евангелие от Иоанна 12:48. Слово, которое я говорил, оно будет судить его в последний день.
Я просто делюсь опытом. Когда в 62-м году у меня в руках оказалась Библия, я этот стих прочитал, я сразу остановился. Я понял, все мои знания, все ссылки на людей, какие бы они хорошие ни были, закончились. Бог будет судить по слову своему. Когда человек идет на экзамен, он старается узнать, сколько билетов, какие вопросы, на какие-то не придется отвечать, потому что кто-то уже ответил. И поэтому кто выходит из экзаменационного зала, спрашивает, так какой билет? И скорее это убирает от себя, там у двери старается заучить. И вот остается ему билетов 5, и он, ну что он успеет в это время-то? Да ничего. Вот мне Господь дал это понять, я учился, где я всегда сдавал первый. Приду на полчаса раньше, сижу на крыльце, жду, когда откроют. Учился в строительном техникуме. Первый сдал, и скорее на рыбалку. Надо есть, еды добыть себе. И никому из людей и ангелов не позволено изменить в Библии малейшие черты. Кавычки. Ибо истинно говорю вам, доколе не предет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет, то есть не исчезнет, из закона, пока не исполнится все. Матфея 5:18. Но если бы даже мы, апостолы, или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема. Как прежде мы сказали, так и теперь еще говорю, кто благовествует вам не то, что вы приняли, да будет анафема. Галатам 1:8-9. Кто это? Священник, патриарх? Анафема. Анафема, то есть полное отвержение. Херем по-еврейски. На это говорит, да кто бы ни говорил, не говори даже там. Вот простое дело. Апостол Петр говорит, об этом написал брат наш Павел. Не мой брат, а наш. То есть все мы имеем право назвать апостола братом. И вот обращается к патриарху, ваше святейшество, или ваше святейшее святейшество, к папе римскому, все святейшества. Я никак это не могу назвать, как только то, что они любят говорить, прелесть, гордыня. Вот это есть самая настоящая стопроцентная прелесть и гордыня. И он это слышит и знает за свои грехи, как король-то, он знает, куда утром ходит, пешком. И он старался слушать, почему не назвать брат наш патриарх? Можно назвать? Нет. Но я хочу назвать брат наш Кирилл. И патриарх не надо, не нужно звать. Зачем ему звание-то? Разговариваем мы с кем-то, с начальником, градоначальником, с президентом. Мы называем по имени, отчеству и все. Даже вот это самое простенькое уже захрясло, застыло. Это когда-то была грязь, жижа под лучами солнца. И не раздолбить никак. Брат наш Павел, брат наш Кирилл, брат наш, и называй дальше. И вот даже вот этого добиться вряд ли удастся, чтобы это было официально. Все эти звания, они не нужны. Вот Ельцина отпевали, как коммунисты писали. Его не отпевать, говорит, осиновый кол надо было забить ему в могилу. Сколько дел наделал Пьянчушка. Протодиакон, там архидиакон, голос такой. Чтобы никто ничего не понимал. Бу-бу-бу-бу-бу-бу. Как Репин писал, рев, зев и лупоглазие под картиной. Протодиакон стоит. Рев, зев и лупоглазие. И все. Помяни, Господи, первого президента Российской Федерации. Богу это нужно, наша Российская Федерация это. Когда мы все вошки-бложки перед Богом, как насекомые, как молекулы, как атомы, как нейтрино какое-то. И каждый раз вспоминает, где кадила машет. Кадила сделана с погремушками специально. Внизу такие пустотелые ножки, и туда шарики положили. Детская игра. И слышать страшно Богу первого президента. Вероотступника, пьяницу беспокаянного, может быть, я не знаю. Потому что ездил там в Иерусалим. Но зачем Богу, Бога-то обманывать? И вот когда считаю здесь епископы, митрополиты, архиепископы, это не надо. Это человеческие, просто епископ. Есть три звания. Диакон, пресвитер, епископ. Все. Священники. Все вместе называются священники, священство.
Даже на это повернуть. Ничего тут не унижается, ни Киево-Цареградский символ не нарушается. А все равно никак. Провожали Павла. Как провожали? И падали на шею его. И плакали. Прощаясь. Ну как на шею? На шею руки. Обнимаем мы человека. Можно ли так проститься с епископом? Да ты что, да разве можно? А патриарх, да только колесом. Его машины, длинные машины были, чайка раньше. Их называли членовозы. Член правительства, член президиума, членовозы. И никому из людей ангелов не позволено изменить в Библии ни малейшей черты. Я Господь, это мое имя. И не дам славы моей никому. Исайя 42:8, 48:11. Что интересно, вот степень есть хорошо. Дальше сравнительное лучше. Превосходное, наилучший. Красиво, красивее, наикрасивейший. Так вот, свят – это святой, сокращенно свят. Святее. И превосходное, последнее, высшая степень – святейший. По отношению к Богу нет никаких, только свят. Если человек называется уже в превосходной степени, не только в сравнительной, то явно, что здесь уже не гордыня, а дьявольский лексикон. Но я говорю, это не судить, но маленько-то задуматься, надо или нет. И на молитве также святейшего, святейшего. Да зачем это ему нужно-то? Дьявол хитростью пытается на первое место выставить не душу, а заботу о теле, заботу о здоровье. Находятся учителя, открывающие мировую этику вне Евангелия, приучающие через свои учения и своих лжеапостолов проповедовать свое учение. И этим несчастным учителям молиться, повторяя слова «учитель, учитель», как родоначальникам учения о плоти. И приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос, все же вы. Братья, все вы, то есть речь идет об апостолах, он им говорит, это говорится о всех, мы братья. Вот папа Франциск, брат Венедикт, все. Ну, нам не изменить уже может этого, но мы должны знать, где можем сказать об этом. Матфея 23:7-8. Это суть антихриста и лжеучителя, вводящие пагубные ереси. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время они вышли от нас, но не были наши. Ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истины, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь нет истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Лжи нужно бояться, как огня. И вот есть люди, которые не понимают это, что дух лжи вошел в уста. Что бы лживо ни появилось в интернете, они будут сглатывать. И земля плоская для них будет, и разные стерлиговые славики, книги Еноха. Все будут считать за святость. Почему? Дух лжи притягивает этот дух. А они не принимают никакого доказательства. Ничего там нету. Дух лжи захватил все. И потом маленькая ложь влечет за собой всевселенскую ложь. Он будет лживым толкованием, объяснением, оправданием, почему не проповедуется, искажением. Вот там деноминация конфессии прикрыли слово ересь, а у православных экономия, то есть послабление. Экономия. Да бабушки, они настрадались, да как я могу? Даже она не православная, ты зачем ей разрешаешь причащаться? Кто разрешает? Разрешить может, чтобы нарушать пост. Никто. Послабление может дать только священник, когда разберет точно. А какое? На кому? Зело престарелому, то есть очень старому, очень больному и очень маленькому. Там грудной младенец. Что разрешается? Растительное масло и вино. Все.
Ну, вино там, может быть, тебе наперсток какой для здоровья. Я говорю по Писанию, что написано. Это Антихрист, отвергающий отца и сына. 1 Иоанна 2, 18, 22. А всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не исповедует, никому не говорит, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире. 1 Иоанна 4, 3. Повторяю. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Если ты никому не говоришь о Христе, не исповедуешь, ты уже попал в этот стих. Уже. Священник по смыслу уже тебя не должен даже до исповеди допускать. Иди сначала проповедуй, говори о Христе, а потом приходи. На тебя многие имеют, были рядом, и ты не сказал. Ну ты не знал разве, что здесь прорубь? Да, знал. Но почему же не сказал? Люди, не зная этого, они туда рухнули. Тонкий лед был. Ну ты это знал. Которые люди знали, не сказали, они являются участниками тех, кто убил. Убийцами. И поэтому на тебя кто имеет? Конечно, на тебя имеют. Родственника, которых погибли. И погиб не один. Ты же с нами знался, приходил, здоровался. А почему не сказал, не исповедовал? Дух страха занял все. И поэтому положи жертву, пойди прежде примирись. А как? Через благовестие. Я говорю, это что, новое что-то? Но о чем говорю, это нигде не сказано, нигде, вообще нигде. А как вы узнали? Ну, на молитве совесть обличила, где с кем встречался, не рассказал, а он погиб. Как это? Ну, если родственник кого-то погиб, а я мог ему подсказать и не спас, что поле заминированное, табличку убрали, человек подорвался. Ну, ты знал, знал и не сказал. Если ты мог спасти и не спас, есть статья в Уголовном кодексе. Неоказание помощи. Так он погиб, тебя будут судить. Уголовная статья. Неоказание помощи. Вот в Германии мы были, проезжали, и что-то сломалось. Один останавливается, второй, третий. А что у вас случилось не так? Едем по Швеции. Машина проносится, останавливается, русский видит номер русский. Я стал говорить немцам, говорю, так у нас, говорит, закон такой, не оказание помощи. Если мимо проехали, я поднимал руку, и он не остановился. Именно поднимал руку, чтобы спросить там помочь. Я его номер записал, сообщу в полицию. Ему мало не покажется. Иногда бывает так, один остановился, второй, третий. Вот как дело-то обстоит. Появляются святые письма, в кавычках, детки. Это Иванов. Агни-йоги, учение Кришны. Кришна – это черный. Черный – это перевод. Что это такое? И что о том говорит Библия? Не ходите и не гоняйтесь за ними. Лука 17:23. Все это волки хищные. Входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Многие. Сколько? Да почти все. Матфея 7:13. Ибо я знаю, что по отшествии моем войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою. Деяние 20:29. Телецелители, экстрасенсы, шептуны, ими же всем им легион. Все они прошли, как молва быстротечная, и эти исчезнут, как вода протекающая, а церковь стоит, как столб утверждения истины. Отчего же попустил Бог нашествию саранчи, мышей и жуков на нас, вопрошает пророк. И Божий ответ гласит, истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, знание, то и я отвергну тебя от священнодействия передо мною. Это явно к священникам говорится. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Осия 4:6. Священнодействие называется благовестие. Благовестие – священнодействие. И как не проповедовал, не говорил, не призывал людей к покаянию, Бог отвергнет. Вот в расширенном варианте, как понимается пророка Осии, 4 глава, 6 стих.
И вся вина падает, в первую очередь, на злых пастырей, заботящихся о корысти и бегущих, когда видят волка или вора, перелазящего через забор, то есть вопреки сказанному Писанию, со своими лжетолкованиями. В церковь пробирается кто-то, не зная даже содержания Библии, Псалом 1, не считая каждый день этот глаз Божий, отвергая небрежностью, пастыри, привыкнув к чести и почету, стали отвечать на вопросы прихожан не по Евангелию, а по вымыслам человека, по вере бабушки. Но я на этом остановлюсь, пометку сейчас сделаю, и дальше мы будем готовить ролик, он называется «События дня». Это у нас ежедневный часовой ролик, мы его выставляем, а готовим утром. Насчитываем события, какие были, новости. Вы можете остаться. Я отключу сначала вас, а потом включу минуты через две. Мы с Никитой сейчас двое. Вот на этом и все. Сейчас отключу.